И вот оно. Это two-seat biplane, то есть двухместный биплан. Так, вот, ставлю биплан. Воу-воу-воу-воу. А нифига он так старт дает. Идем на снижение. Идем на снижение. Только на нормальное. Давай, давай. Да стой, стой, стой. Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами по-прежнему я, Нейзи. И сегодня я такой захожу на сервак и вижу. Я взял одно стекло взамен на один алмаз. Сори, это был грибочек. То есть алмаз я вижу, и тут такая табличка стоит, типа: грибочек, если что, к нам приходи. Морис, найдем стекло, но не забудь алмазы. Понятно? То есть меня тут уже понемногу обкрадывают. Так вот, чуваки, в этой серии мы сегодня будем кое-чего делать. А кое-чего, сейчас покажу чего. Так, выходим на улицу и видим... Оу, черт. Как видите, сервак, ну, нормальный сегодня народу, так. Люциус тут что-то забыл. Ты что сидишь, а? Короче, Люциусу нормально, а я тем временем... Ой, крипер. Гуфи, пошли за мной. Сегодня мы будем крафтить одну очень жесткую хрень, и Гуфи мне в этом поможет. Поможет не в крафтинге, а в том, что... Нужно будет поучаствовать в создании этого дерьма. И вот оно. Это two-seat biplane, то есть двухместный биплан. Крафт. И вот. Смотри, Гуфи. Видишь, что у меня в руках? Вот, Гуфи нам в этом поможет. Сейчас я возьму топливо из дома. Так, вот топливо. Нужно сразу сделать звуки потише. Потому что, ну, будет... Ох, жесть, как громко. Вот. Вот так вот примерно. Отлично. Так. Ну что, Гуфи. Гуфи, иди сюда. Так, сейчас найдем, ну, ближайшую такую площадочку, где можно было бы взлететь. И примерно это... я думаю, нам нужно выйти вообще за ограду, чтобы нормально полетать. Потому что здесь, ну, забор, типа, все дела. Куда Гуфи опять пропал-то? Бля, в яму упал. Так, во, думаю, вот тут вот примерно неплохая площадочка будет для взлета. Куда-нибудь вот сюда я поставлю. Не-не-не, прям с озера, думаю, можно запускать его. Прям с озера бипланчик. Так, вот, ставлю биплан. Ну что, Вован? Готов? Так, загружаем топливо. А это делается вот так. Ну чё, народ, погнали? Так, ну что. Давайте, взлетаем. 3, 2, 1. О, двигатель завелся. Мотор крутится. Передний. Воу-воу-воу-воу. А нифига он так старт дает. Давай-давай. Опа. Чуваки, мы оторвались. Отлично, мы летим. Так, куда бы мы полетим? Вау, кстати, тут какая-то пирамида Хеопса. Снежная какая-то только. Блин, чуваки, смотри. Реально летим. Давайте пролетим сейчас над нашей деревней. Посмотрим на реакцию людей. Так, лендинг-гир убираем. Красиво. Да, кстати, прикольно. У меня, кстати, только прогружаются локации. Нет, то есть, вот реально круто выглядит. Так, ну-ка. Давайте посмотрим на реакцию людей. Что они думают насчет того, что тут самолеты летают. А? Что думают? По-моему, они сейчас охереют, нет? Что-то не видно. Окей. Можем в кратер залететь, но так как движок еще слабенький для данного вида самолета, то... Он, ну, не такой уж маневренный, как хотелось бы. По-моему, даже пешком быстрее бежать, чем лететь на этом биплане. Может, потому что я двигатель какой-то крафтил, ну, не очень. Но в любом случае, он летает и не ездит, и это уже хорошо. То есть, на какую-нибудь гору можно с легкостью добраться. Сейчас я, кстати, могу показать вам одну фигню, которую мы построили без записи. Такую... скрытую базу, так сказать. Так. Ну что, Гуфи? Ну что? Гуфи такой сидит, типа, о, расстреляю всех нахер. То есть... Прекрасно. Во! Чуваки снимают, сейчас можем пролететь. Кстати, этот самолет может летать под водой. Типа, это баг Flens мода. Сейчас могу даже вам продемонстрировать это. То есть вот так вот. Залетаем мы под воду. И вот тут спруты всякая, всякая живность. Флора, фауны под водой. Гуфи охеревает. Ладно, вылетаем из-под воды.
полетим куда-нибудь. Ну, куда-нибудь вот сюда вот. А, я ж так вам и не показал. Так, это вот эта вот локация. Разворачиваемся и летим вот как-нибудь вот так вот. Сейчас тут будет один островочек, секретное место, которое мы с Лехой делали, тут строили всякую фигню. По-моему, это здесь. Надеюсь на то. Черт, это не здесь. Ладно, в принципе, разворачиваемся и полетели в другое место. Только вот жаль, самолет быстрее не летает. А топливо, интересно, сколько он уже сожрал. Ну, в принципе, а, точно, тут канистра лежит, и когда он жрет топливо, то она немножечко гасится. Сейчас я долечу до того места и, в принципе, покажу вам. Вот как, кстати, выглядит все это сверху. Так, ну давайте развернемся вниз. Потому что ни хрена не видно. Ух ты, тут какая-то... Какие-то две горы. Прикольно. Вот, кстати, по-моему, и то место начинается. То есть, вот где-то... Во-во-во, вот оно. Так, нужно уже сбавлять скорость. И вот тут находится такой маячок. Такой. Во-во-во, куда полетел? Стой! Черт! Гуфи! Гуфи! Гуфи, всплывай! Всплывай, мать твою! Всплывай, Гуфи, быстрее! Мэйдэй! Хо! Офигеть! Чуваки, мы потерпели крушение на этом острове. Отдай самолет. Вован, отдай самолет. Так, сейчас посмотрим, насколько наш самолет поврежден. О, черт, у него корна 6 поврежден. Надеюсь, мы сможем отсюда взлететь, потому что если мы не взлетим отсюда, то, ну, это будет жесть. Вот, собственно, вот такой вот лагеречек. Сюда можно как-то вот так взобраться. И чтобы пробраться сюда, это надо вроде... Блин, я забыл. Что-то надо сделать тут. Тут как-нибудь залезть надо, но... А, может, по вот этим блокам? Нет, ну пофиг, через верх залезем, как нигеры. Посмотрим, что здесь вообще находится. Так, здесь стоит сундук, в котором ни хрена нету. А, и вот интересная часть, как забираться. То есть тут, во-во-во, вот такой проход. Как же я его сразу не заметил, вот. Скрывается это все за такой невидимой стеной. Вот, чтобы залезть, тут надо на F вот так вот проползти. Потом сюда, и тут вот так вот уже можно залезть. Так. Уже, в принципе, начинает садиться солнце, и я думаю, придется сейчас либо обороняться, либо лететь домой. Ну, лучше второе. Так, давай, полетели домой быстро. Сейчас надо как-нибудь слезть. Так, и давай сейчас возьмем разгончика побольше. Как-нибудь вот отсюда. Давай, потому что если самолет сломается, то все, это будет жопа. Черт, давай в закат улетаем. Фак. Вау, тут впереди блоки. Так, отлично. Разгон-то он берет отлично, а вот летит, ну, так себе. Так, сейчас посмотрим на мобов, которые нас будут снизу атаковать. О, а что я колеса убираю? У него колес-то нет. А, нет, есть, задние только. А вот в какую сторону лететь домой, вот это я не особо помню. По-моему, вот сюда. Во! Мы уже прилетели. И давайте посмотрим на реакцию людей, когда они увидят, что мы тут на самолетике летаем. Вот зомби за нами такие бегут, типа, стой. Так. Вот наше озеро. И нужно будет как-нибудь посадить самолет. Ух ты ж. Зомби-пигман. Они чё, в аду? Ну, окей. Так, давайте. Летим на горящем самолете. Такс. Давай как-нибудь посадим нормально так только. Давай где-нибудь... Не здесь. Так, идем на снижение, только на нормальное. Давай. Стой. По-моему, самолет взорвался. Ну, у него кор взорвался. Ох, ё-моё, это что там за оргия зомби? Ладно, нафиг, все, побежали домой, сейчас я покушаю, возьму факел.
и побежали лучше домой. Гуфи, давай домой. Блин, тут что-то какая-то жесть начинается, потому что... Воу. Воу. У Лёхи тут ограда из деревьев. Ну, реально какая-то жесть, потому что самолет у нас взорвался. Я, считай, на него ресурсы угробил, а он взял взорвался. Даже никому особо не по... О, не. Потому что особо никому мы его и не показали, наш самолет. А где дом Лёхи? А, вот. Кстати, надо ему кактусы заново посадить, потому что они уже выросли. Ну и все вроде, у него больше ничего нету. Так, а, не-не-не-не-не. Во, пшеницы-то сколько наросло тут. Так. И картошки. У него просто картошечное поле какое-то. Ну да, Лёха же из Беларуси. Неудивительно, что у него куча картошки. Вот, кстати, и Лёха зашел. Только надо побыстрее посадить, чтобы он не думал, что я у него что-то ворую. А то подумает еще, что я его картошку ворую. И все, тогда мне точно не жить, потому что Лукашенко в него вселится. О, черт. Лёха, я это... Я картошку не воровал, я ее сажал обратно. Честное слово. Во, о, тыква. Ну ладно, как хочешь. Хорошо, хорошо. Да. А, ну тогда ладно. А, кстати, в тыковке. Что делать будем? Так, ну, мы уже разбили свой самолетик, поэтому не знаю, что мы будем делать. Без самолетика-то. Хоть покушаем-то. Хлеб насущий. Ладно. А, так, надо еще в печку поставить. А, греться кактус. И я, пожалуй. Опа, свистну Лехе вот это вот. А также вот это вот. Вот это вот и вот это вот. А также это, ну и вот это. Ну, в принципе, это мое. А, ну еще половинку этого. Все, я побежал. Пока, Леха! Так, надо будет сейчас еще позаимствовать у Морриса немножечко железа. А, сейчас мы проберемся, позаимствуем немножечко железа. Так, на меня там злой зомби бежит. Так, что я хотел сделать? Так, что у нас есть тут? М1 Грант. Так, не, это все неинтересно. А вот у русского оружия что есть? Во, винторез. Его-то я и хочу сделать. Так. Так, чуваки, у меня вылетел Майнкрафт, но вместо ВСС... ВСС винтореза я скрафтил винтовку Драгунова. Ну, СВД. Вот так вот она выглядит. У нее есть прицел и всякая такая фигня. Вот, и я также сделал один магазин, потому что меня больше на больше железа не хватило. Так, сейчас это надо разархивировать. Разархивировать. Винрар архив. Так, и вот один магазин готов. Давайте его зарядим и посмотрим на убойность этой винтовки. На одном свинопауке каком-нибудь. Давайте попробуем посмотреть убойность на вот этом. Раз. Не попал. Два. Воу-воу-воу. Черт. Да, они меня. Бля. Отстань. Ха, я так, по-моему, не посмотрю на убойность этой винтовки, потому что я все патроны просрал. Из-за того, что я стал тупо нервничать и стрелять во все стороны. На этих ублюдков ходят по магазину. То есть один магазин, один паук. Воу. Лёха, зачем же так меня пугаешь? А, уж извини, Лёха, но мне сейчас придется провести спецоперацию по пизделке вещей у Морриса. Так. Он меня не видит. Тихо. Я камушек, он меня не заметит. Я камушек. Давай, отвернись, мать твою. Я хочу просто подползти к твоему дому и спиздить у тебя что-нибудь из вещей. Черт. Тихо. Он, пока он меня не заметит, я побежал. Так. Я оторвался. Так. Сейчас время пробурить скважину у него в доме. Так, давайте прокапываем путь. Как тут к нему прокопать? Чуть-чуть. Он меня, походу, заметил. Вон он, за стеной прямо.
Так, тихо. Так. Ту-дум, ту-дум. Так, открываем ящик. О, железо. Мне как раз таки хватит на магазинчик. Так, чтобы у него еще подпереть, пока что пока я тут нахожусь. Так, он там не вылезает? Так. О, нифига себе. Вот это я, пожалуй, себе заберу, да? Так, я ставлю 100 баксов на то, что он хранит все остальные вещи у себя в подвале. Ага, тут у него какая-то ферма. Ад ждет вас, ну-ка. Ага. Боеприпасы к Томпсону. Можешь попробовать зайти в портал? Ну-ка. Твою мать. О! Твою мать! О-о-о-о! Куда я попал? Не, я хочу домой! Нафиг! Я не хочу тут находиться! Йок! Это что сейчас было? А, я тут, короче, появился хрен пойми где. Я не знаю, где это вообще находится. Я хочу немножечко покопать наверх, посмотреть, где мы вообще. А, есть. Хочется вылезти и реально глянуть, в какую жопу меня телепортировало. Я все-таки нашел свои вещи. Я даже нашел чьи-то другие вещи. Скорее всего, это вещи Невера. Но зато я получил алмазный меч. Судя по адским взрывам, здесь где-то рядом наша деревня находится. Тут я... А, ну нахрен! Нет! Отвалите! Не-не-не-не! А! О! Ох, бля! О! Ох, бля, куда я... Твою мать! Твою мать! Сокройся нахрен! Нет! Нет! Пошли в жопу! Твою мать, что они тут устроили? Ё-моё! Только не крипер! Там же мои вещи лежат! Эй, патроны где? Я что, все потратил? Твою мать, куда я упал? Все ко мне, как я тебе пройду сюда? Твою мать, где я? Куда я упал? Ёбаный в рот. Твою мать, куда бежать? Да отстань нах... Лёх, открой! Закрой! Ёб твою мать, куда я прибежал? Что? Да погоди ты. Со своей жратвой. Вечно пожрать тебе, Лёха. Иди в мою комнату. Окей, давай. Ё! Погоди, тут надо защитить от зомбей. Куда? Где? Окей. Личный кабинет Лёхи. Ё-моё. Это что тут? О, я понял. Я понял, что это. Ну-ка, давай, полезли. Так. Отсюда можно выследить всех мразей, но патронов на СВД у меня больше нету, к сожалению. Так бы я их вот так вот, бам, хедшот, перестрелял бы. Да охрененно, да, всю деревню прям видно. Держи пока что. Ух, блин. Кстати, на еще вот эту, держи. Не, я сниму этот шлем, потому что он FPS жрет. Ох, твою ж дивизию. Он что, крипер убил? Ха, настоящие фермеры ходят с голым торсом. Ну окей, окей, Лёха. Думаю, в следующей серии нужно переходить в скалы. Потому что здесь выживание... Уровень выживания здесь минимальный. Думаю, в следующей серии вот туда вот и пойдем. Спасибо, Лёха. Твою мать! Вау! Отстаньте! Твою мать! Сука! Убегай! Давай-давай, лезь! Фу. Ух, ё-моё! Там ещё по мне стреляет скелет.
Они жесть какие меткие. Короче, ну нахрен. А пойду-ка я серию завершать, потому что тут уже и так много наснимал достаточно. Кстати, чуваки, пока я бегу домой, скажите, пожалуйста, вам интересно было бы смотреть на новогодние приключения на стримах? И, кстати, насчет Долгой Тьмы, она будет, можете мне не писать по миллион комментов, что где Долгая Тьма, где Долгая Тьма. Она будет, не ссыте. Скоро уже отснимем новую серию, и надо будет ее заканчивать. Так что, чуваки, всем спасибо за просмотр, всем пока, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачки, хорошего новогоднего настроения и пока. Вот, в следующей серии будем уже строиться в горах. Да пошел ты нахуй.